Это третий сезон Prime Time Липецк, и мы проведем его ярко, активно, продуктивно. Это уже как наркотик, вот хочется ходить и ходить и ходить. А там уже в четвертый и в пятый. Я пришла на этот проект, потому что он супер. У меня крылья, необыкновенные крылья просто. Не, ну правда. Я вот с работы летела, знаете как? Прям вот без пробок, вот так вот все раскидала и прилетела. Надо преображаться, девочки, надо преображаться дальше. И я смогу это сделать. Я поверила в себя. Спасибо проекту. Приходите!